Открытие выставки выставки белорусских культур в Центре национальных культур. Thank you.
Центр национальных культур, выставка белорусских художников. Уважаемые дяди, позвольте начать наше мероприятие. Всех ли нашу прошу на твои стены здесь, вставлены наши остальные. Нашу купаринку, кто еще не шел, керовник Валентина Снігур. Даем им початку слова. Мой родный кут, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы. Весны моей убогой, к тебе я в духах залетаю, и там душою спочиваю, и там душою спочиваю.
обязательно выставки привозит наш зал уже не в первый раз, не в третий на моей памяти. И советника по культуре Белорусского посольства Литовской Республики Ирина Зубко. Ну, для начала, слово Ирина. Браво! В муках, в творчестве. К сожалению, не все, кто хотели, смогли прибыть сюда. Ну, для этого есть разные причины. Но я рад, что смогли найти такую возможность. Член Союза художников Белоруссии Илона Касабука. Член Союза художников Белоруссии Юлия Мацура. Союза художников Белоруссии Александр Демидов. Член народных художников Литвы Анджей Балахович. Ну и чтобы не быть очень так напыщенно тут говорить, человек с мировым значением в мире Ашибаны флористической живописи Татьяна Мазаева. Ну, я предлагаю, чтобы они стали тут только камеру, вручить цветы для начала. Наша девочка. Слов. Каждая выставка – это не просто картины, это труд большого количества людей. Кто-то смог предоставить
вот это прекрасное помещение, в котором чувствуешь себя тепло и уютно, как в доме. Это хозяйки этого помещения, Леночка, Татьяна, а вы где? Разрешите им от имени участников выставки, от имени организаторов сказать огромное спасибо. И на память об этой выставке оставить вот такую вот работу. А непосредственного участия, личного вклада, желания почетного консула Белоруссии в Клайпеде Николая Логвина, здесь бы не было ничего. Поэтому разрешите, Николай, вам на память об этой выставке такую картину. Автор Татьяна Мазаева. Также без помощи, содействия, поддержки посольства Белоруссии в Литве мы бы тоже, думаю, ничего бы тут не сделали. Ирин, большое спасибо. Очень рад, что мы опять можем вместе работать. Участникам этой выставки и лично вручить пакетик Юлии Мацура. Сегодня получил. Спасибо. Хочу напомнить, что совсем недавно в Вильнюсе состоялась в галерее Арка выставка молодых белорусских художников. Поверните сюда, картину. А там не картина, там запаковано. Я не читал. Почти интимно. Юлия является участником выставки лучших молодых художников Беларуси за 2017 год, которая 3 месяца планировалась до выставки. Луна и Саша. И они же, их же работы были представлены в галерее Арк, как в этапах вот этой выставки. Ну, а сейчас... Я еще хочу предоставить слово нашей Купаленке. Так, получается, как у нас мероприятие из нескольких частей. У нас еще будет время пообщаться с художниками, каждый может рассказать о своих картинах. А сейчас, считаю, что первая часть торжественного мероприятия закончена, и как перерыв, одну песню надо все-таки помнить. Продали.
скрипе бусел клёкотом, и той старый обшалый тын, что лёхля вёса кокотом, объёй мне поют краски сны весенние протарины, и шелест лесу веросны, и в поле дуб опалены. И то е нудное ягнят бляянье, сов на пастбище, и крыт воронины громад на могилковым кладбище. Живе телевидения. Иван, смотрим сюда. Вот здесь вот, да. Иван, смотрим сюда. Внимание. Еще раз. Картину покажем. Сегодня. Еще раз. Внимание. Все, остались в местах. Следующий. Ирину Беляеву наградит Илона Казалука. Ваня? Эльвиру Григоновичутин будет награждать Татьяна Мазаева. Девочки рядом для телевидения. Снимочек, снимочек. Спасибо. И Татьяне Соколовой будет вручать награду Александр Демидов.
И для фото, и для фото. Все, встали, я. Спасибо. Все, все, все. Вставайте, вставайте ближе. Внимание, все в кадр смотрим. Спасибо. Это официальная часть закончена. Сейчас можно пообщаться между собой с художником и здесь картины. И, соответственно, бокал шампанского, кружечку кофе. Сейчас, сейчас.